Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шары. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. 30 тысяч за содействие. В Самарской области увеличили выплаты для тех, кто помогает контрактникам прибыть в военкомат. Как не стать жертвой экстремизма и как вести себя во время теракта. Самарским школьникам дали советы по безопасности. Наука будущего – наука молодых. В Самарском университете стартовал 9-й Всероссийский молодежный научный форум. Самар готовится к параду памяти. Какая программа ожидает гостей мероприятия? Исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков встретился с представителями Общероссийского народного фронта Екатериной Гудзима и Алексеем Сорокиным. Говорили об участии жителей и некоммерческого сектора в благоустройстве города, обновлении общественных пространств. Задача на ближайшие дни – проверить благоустройство парка «Молодежный» по программе формирования комфортной городской среды. У общественников есть конкретные замечания по благоустройству, пояснил исполняющий обязанности мэра. Обсудили подготовку к холодам, в том числе предстоящее содержание уличной дорожной сети по зимнему регламенту. В Самаре прошло еженедельное совещание в Департаменте городского хозяйства и экологии. Какие меры предусмотрены для поддержания функционирования городского хозяйства при изменении погодных условий, узнала Полина Чулюкова. На еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии администрации городского округа Самара обсудили ряд актуальных вопросов. В числе ключевых – подготовка к содержанию улиц по зимнему регламенту. Согласно правилам благоустройства, на такое обслуживание автодорог и тротуаров переходят с 1 ноября. Однако все будет зависеть от погодных условий, поясняют в профильном департаменте. Предприятия-подрядчики уже переоборудовали 70% машин. Часть всесезонной техники еще не переоснастили, но сделают это при первой необходимости. Поручение всегда одно, чтобы город функционировал в период снегопадов, в зимний период, функционировал с точки зрения нормативов, так, как он и должен функционировать всегда. Не было никаких сбоев в движении общественного транспорта, тротуары были чистыми, здоровье людей сохранялось в зимний период. Дороги, по которым следует общественный транспорт, в зимнее время будут очищать и обрабатывать и в дневное время. Колонны техники в составе автопоездов пойдут в сопровождении машин госавтоинспекции. Именно автопоезда, следуя уступам в кратчайший срок, способны расчистить дорожное полотно на максимальную ширину. На сложных участках дорог с подъемами уже размещают бочки с песком или с песчано-соляной смесью. По городу установят порядка 80 емкостей, которые будут регулярно наполняться. Для того, чтобы уже сами водители могли подсыпать под колеса при необходимости тронуться с транспортным средством. Чаще всего в период осадков происходит пробуксовка транспортных средств, особенно фур. К концу текущей недели, началу следующей, синоптики спрогнозировали осадки в виде снега в ночные часы с небольшими заморозками, что повышает вероятность образования наледи на дорогах. К таким изменениям и обработке проезжих частей и тротуаров готовы. Порядка 7,5 тысячи тонн противогололедных материалов запланировал приобрести профильный департамент, чтобы обеспечить обработку до конца 2024 года. А с января 2025 подрядчики должны заботиться об этом сами в рамках контрактов. Отдельно будут рассмотрены вопросы дежурства тягачей. Период снегопадов на подъемах у нас сейчас случается, что для тяжелой техники начинает скользить. Для того, чтобы его вытаскивать, нужно нам применять тягачи. У нас в прошлые годы не применялось дежурство этой техники. Помимо этого, на совещании анонсировали планы относительно закупки 13 единиц снегоочистительной техники, погрузчиков. Намерение согласовывается с профильным министерством. Рассматривается возможность приобретения спецтехники до конца текущего года или до конца января следующего года посредством субсидирования. Для повышения эффективности уборочных работ учли положительный прошлогодний опыт, связанный с установкой временных дорожных знаков, которые на определенных улицах и участках позволят ввести ограничения парковки в те или иные периоды времени, дни недели. При освобождении крайних правых полос создаются условия для беспрепятственной и оперативной расчистки и обработки проезжих частей до самых бортов. Владельцев автотранспорта, который будет припаркован с нарушениями, предупреждают. Перед уборочными работами такие автомобили будут эвакуировать на штрафстоянку. Эту работу организуют во взаимодействии с госавтоинспекцией и службой эвакуации. Еще одна тема совещания – переходный период, связанный со сменой регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Самарской области. Рассмотренные вопросы касались и скопления крупногабаритного мусора в контейнерных зонах. Его вывоз, по мнению руководства профильного городского департамента, должен быть организован чаще. Подчеркнем, что смена регоператора направлена на то, чтобы ситуация стабилизировалась, контейнеры очищались от мусора своевременно и количество обращений горожан по этой проблеме было минимизировано. Полина Чулюкова, Николай Сидоров. События.
На сегодняшний день теплом обеспечены почти все многоквартирные дома Самары. Адреса, по которым подключение не приостановлено и задерживается из-за выявленных повреждений на теплотрассах, отрабатываются профильными службами в частном порядке. Дозапуск отопительных систем и ликвидация аварий на сетях в настоящее время в приоритете у коммунальных служб города. Муниципальный центр управления при помощи системы инцидент-менеджмент фиксирует обращения, поступающие от горожан по всем интересующим вопросам. Система отслеживает сообщения граждан в городских сообществах или на официальных страницах органов власти в соцсетях, а также открытых постах на личных страницах пользователей. С начала октября в систему поступило порядка 2000 обращений, касающихся работы отопления. На сегодняшний день в работе остается около 100 обращений. В доме номер 31 по улице Мариса Тореза отопление уже дали. Отопление отключалось с 10 утра до 8 вечера в первый день. В ночь отопление включили. Температура в квартире была нормальная, было достаточно тепло, все по графику. На следующий день было опять отключение. К ночи опять сделали, дома тепло, все хорошо. Жители Самарской области могут получить 30 тысяч рублей за содействие в проведении агитации и помощь в прибытии кандидата в военный комиссариат или пункт отбора для заключения воинского контракта. Выплату за информирование о преимуществах службы, помощь в прибытии в военный комиссариат или пункт отбора и заключение контракта с вооруженными силами может получить любой. Основанием для получения денег является справка, которую выдадут в военном комиссариате. Напомним, 16 октября в Самарской области увеличена единовременная выплата при заключении контракта с Министерством обороны Российской Федерации. Она составляет 2 миллиона рублей. Выплата за первый год службы не менее 4,5 миллионов рублей. В столице региона прошло заседание Комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту. На особом контроле вопрос об укомплектованности образовательных учреждений педагогическими кадрами. Какие меры поддержки предлагают учителям и воспитателям, узнала Полина. В Самаре прошло заседание Комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту Думы городского округа Самара. Один из наиболее важных вопросов, поднятых на обсуждение – педагогические кадры. Востребованность очень большая. И есть тоже у нас ряд предложений, которые мы всегда озвучиваем. И хотели бы, чтобы они были воплощены, скажем, в реальность для того, чтобы педагогическими кадрами четко 100% были укомплектованы все наши образовательные организации. Озвучили меры поддержки для молодых педагогов, которые предлагают областное правительство и муниципалитет. Среди них, например, льготы на проезд и компенсация денежных средств при аренде квартиры. Потребность в кадрах есть в 80% организаций, несмотря на то, что педагоги реализуют полностью учебный план по всем программам, которые обязаны реализовываться. Сегодня в городе работают 6280 педагогов в школах и 4313 в дошкольных учреждениях, из которых 515 – мужчины. Полина Чулюкова, Константин Головин. События. Как не стать жертвой экстремизма? Как вести себя при теракте? Куда лучше спрятаться и как успокоиться? Об этом узнали ученики технического лицея на мероприятии, посвященном профилактике терроризма и экстремизма. Сейчас подобные уроки проходят в городе в каждой школе. Подробности расскажет Полина Чулюкова. Несмотря на юный возраст, взгляды осознанные и внимательные, ведь с ними разговаривают о нешуточных вещах – борьбе с терроризмом и экстремизмом. В Самаре продолжаются мероприятия по профилактике этих явлений. Они проходят в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Самара на 2021-2026 годы». Такая работа повышает уровень информированности школьников о последствиях терроризма и экстремизма, позволяет усилить информационно-пропагандистскую работу среди учеников, учащихся и обеспечить профилактику этих противоправных действий. Дети – это маленькие взрослые, но у них нет жизненного опыта. И вот наша задача в первую очередь передать наш жизненный опыт, посадить этот жизненный опыт на их знания. Ну и, конечно, передать какие-то еще и знания. Нападение может произойти в любой момент, и нам нужно знать, как себя вести. Я узнала, что ни в коем случае нельзя при нападении впадать в панику. Нужно убежать, если не получилось, то спрятаться. И если, когда придут полицейские, нужно выполнять все их приказания, ведь они знают, что делают. Я понимаю, что мне это важно и, возможно, пригодится.
Такие мероприятия проходят в школе регулярно. В них принимают участие и старшеклассники, и ученики среднего звена. Школьникам рассказывают, что такое терроризм и экстремизм, какие теракты произошли в нашей стране и как правильно вести себя, если в школу проникли недоброжелатели. Мы призываем их к тому, что самое главное – это сохранить себя для того, чтобы можно было впоследствии создать семью, рожать детей. Ученица 6 класса Арина Губарь рассказывает, что с подругами проводит разговоры о важном для первоклассников. Если вдруг такое случится, то мы будем знать, как себя вести, и все будет хорошо. Я узнала то, что когда террористы на тебя попадают, не надо убегать, делать резких действий. Надо спокойно либо лечь, либо сесть. И отвлечься от того, что террористы в здании, просто в свои мысли окунуться. Такая ситуация может произойти с каждым, и надо знать, что делать в таких ситуациях. Научить детей, как себя обезопасить – одна из важнейших задач. Поэтому в школах города и проходят мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма. Полина Чулюкова, Сергей Баскин. События. В Самаре стартовал 9-й Всероссийский молодежный научный форум «Наука будущего. Наука молодых». Участие принимают более 500 человек. За 4 дня ведущие ученые и студенты обменяются идеями и обсудят актуальные проблемы в современной науке. Подробности расскажет Елизавета Прокопенкова. Екатерина Головачева учится в аспирантуре по направлению социология. Изучает общество драмы, а именно, как травматические события влияют на людей. Девушка приехала в Самару из Донецка на форум «Наука будущего. Наука молодых». Из ее университета заявки подали 20 человек, но прошла только Екатерина. Меня это очень удивило, и я была очень рада сюда приехать. Мне было бы очень интересно узнать в целом, как устроена наука, какие есть направления, как это все работает. Ну и кроме того, очень интересные секции, в которых я участвую. Я посмотрела темы других участников, и мне тоже очень приятно удивиться. Всероссийский молодежный научный форум «Наука будущего. Наука молодых» проходит 9-й раз. В этом году он объединил более 500 участников – студентов, аспирантов, ученых и представителей бизнеса. Они все вместе обмениваются своими новыми идеями, какими-то научными концепциями. Это приводит к тому, что как раз мы даем рождение новым наукам, новым технологиям, созданию новой техники. Мы видим, что спрос на такие проекты достаточно высокий. Этому подтверждение конкурс, который мы в этом году провели, его соотношение было порядка 10 человек на одно место. Форум интересен не только студентам со всей страны, но и ученым. Сергей Павлушин занимается биозащитой растений, направление, которое ищет биологические подходы к регуляции вредных насекомых. В прошлом году стал лауреатом президентского гранта. Интересно посмотреть тоже на уровень научных исследований коллег, будущих коллег, магистрантов, студентов, как они на это смотрят, как они это преподносят, потому что немножко чуть-чуть они помладше, да, у них другие взгляды, и под другим углом могут преподать те же самые, может быть, проблемы. За 4 дня участники форума обсудят актуальные проблемы экологии, информационных технологий, инженерии, физики, химии, социально-гуманитарных наук. Елизавета Прокопенкова, Константин Головин. События. В Самаре идет подготовка к параду памяти. В 1941 году Куйбышев получил статус запасной столицы. В город на Волге было эвакуировано более 40 заводов со всей страны. 7 ноября 1941 года в Куйбышеве состоялся крупнейший военный парад. Шествие в этот день проходило также в Москве и в Воронеже, чтобы поднять боевой дух советских людей. Парад в Куйбышеве, кроме прохождения войск и боевой техники, включал еще и воздушную часть. В небе над городом пролетели 233 самолета, истребители, бомбардировщики, штурмовики. Также парад в запасной столице был самым многочисленным. В нем приняли участие 25 600 человек. В память о тех событиях в Самаре проводят парад памяти. В этом году он состоится в 14-й раз. Губернатор Вячеслав Федорищев на заседании оргкомитета, посвященном параду памяти, отметил, что он является одним из самых значимых патриотических проектов современной России. И призвал подойти к его подготовке творчески. В этом году ключевая тема – наша семья, наша победа. К проведению парада привлекут новых участников. Также будут охвачены разные регионы и страны. Впервые в истории парадные расчеты будет сопровождать музыка в исполнении Центрального военного оркестра Минобороны Российской Федерации.
Это тот самый оркестр, который 7 ноября 1941 года во главе с Семеном Александровичем Чернецким был здесь, у нас в Куйбышеве, в эвакуации. Это главный оркестр вооруженных сил страны. Именно Семен Александрович был вообще родоначальником военно-оркестровой службы страны. Поэтому мы рады, и для нас особая честь, что оркестр будет с нами сопровождать прохождение парадных расчетов. Это тот самый оркестр, который в том числе 24 июня 1945 на Красной площади в Москве проводил первый парад победителей. Поэтому, конечно, для нас это тоже особо почетно и ответственно. В Самарской областной научной библиотеке состоялась творческая встреча с писателем Сергеем Ельчининовым. Он представил книгу, над которой работал 8 лет – «Марьевка. Деревенские рассказы». О чем этот сборник, расскажут наши корреспонденты. Книга о детстве, родных местах и людях, которые населяют российскую глубинку. Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Пиловка Богатовского района Сергей Ельчининов представил самарским читателям свою новую книгу «Марьевка. Деревенские рассказы». Книга посвящена родному селу автора в Борском районе. Марьевка – маленький живописный уголок Самарской области, о котором протоиерей хотел рассказать своим детям. Автор обращается к своим самым ранним воспоминаниям, воскрешая в памяти людей и события давно минувших лет. Рассказывает о том, чем жила российская глубинка, какого уклада, традиций и мышления придерживались деревенские жители в Самарской губернии. Многие яркие, интересные, колоритные личности, они ушли из Марьевки. Мне хотелось бы, чтобы в первую очередь мои дети о них знали. И, в общем-то, я начал делать вот эти записи в первую очередь для своих детей. Ну, а потом вот так вот получилось, что, в общем-то, работа, которую я думал посвятить, 4-5 вечеров, она затянулась на 8 лет, и вот родилась книжка «Марьевка. Деревенские рассказы». На протяжении многих лет Сергей Ельчининов занимается литературным творчеством, публикует свои стихотворения и рассказы. Первый сборник «Дорога» вышел в 2014 году. В планах написать рассказы из жизни прихода, где автор служит уже почти 22 года. Не хочу я писать там о каких-то таких вот, таких шаблонных событиях, а хочу вот именно написать о простом, о живом, о человеческом, о том, о чем обычно умалчивается это вот. И о тех людях, которые когда-то 20 с лишним лет назад начинали вместе со мной служение на этом приходе, которых сегодня нет. Ну вот, в общем, вот такая идея есть. Презентация книги состоялась в Самарской областной научной библиотеке при поддержке Самарского областного отделения Союза журналистов России. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События. В Самаре стартовали городские соревнования по плаванию «Веселый дельфин». Турнир проходит в новом бассейне в Куйбышевском районе. Среди участников более 150 воспитанников спортивных школ города от 11 до 13 лет. В течение 3 дней ребята разыграют 20 комплектов медалей. Подробности в нашем сюжете. Стартовый сигнал, и вот момент, когда тренер уже ничем не может помочь. Теперь все зависит исключительно от спортсмена. Дмитрий Богданов с волнением наблюдает за заплывами своих воспитанников. На соревнования «Веселый дельфин» приехали 7 его подопечных. Все они готовы бороться за самые высокие результаты, которые помогут получить новые разряды. На соревнованиях ты просто со стороны смотришь и переживаешь, ничего не можешь изменить. Ребенок выходит сам, показывает свой результат, ну и, соответственно, это результат уже работы тренера, и дальше уже после соревнований идет работа над ошибками. Организаторами соревнований в Самаре стали специалисты школы Олимпийского резерва номер 8 при поддержке департамента спорта. На старт вышли более 150 спортсменов в возрасте от 11 до 13 лет. Именно эти турниры помогают выявить таланты тех, кто в дальнейшем будет защищать честь города и региона на больших соревнованиях. Эти соревнования проходят для того, чтобы дети набрались как можно больше опыта, чтобы они постарались бороться прежде всего с самим собой, со своим психологической составляющей, потому что все равно любой старт – это определенные нервы, это определенную подготовку должен пройти спортсмен, чтобы потом не бояться, опять же, воды и дистанции. Соревнования городского уровня впервые прошли в новом бассейне в Куйбышевском районе. Здесь 25-метровый бассейн с 6 дорожками. Современная инфраструктура позволяет проводить и всероссийские детско-юношеские соревнования на короткой воде.
Он готов принять любые форматы, которые позволяют его пропускная способность. Понятно, что это малая вода, здесь мы не сможем провести старты взрослых ребят, но тем не менее для 11, 12, 13-летних ребят мы вполне спокойно можем провести эти мероприятия. Городской этап будет проходить 3 дня. За это время пловцы разыграют 20 комплектов медалей. Это дистанции 50 и 100 метров на спине, брасом, вольным стилем и баттерфляем. Также будут комплексные заплывы, где спортсменам нужно показать владение всеми 4 стилями, и длинная дистанция 400 метров вольным стилем. Андрей Горгуленко, Валерий Майоров. События. Футбольные команды Самарской области в преддверии регионального дерби провели игры 13-го тура чемпионата России. Баскетболисты Самары не смогли переиграть Парму, а хоккеисты ЦСКА ВВС одержали 3-ю победу подряд в играх ВХЛ. Подробности в нашей спортивной рубрике. В матче 13-го тура чемпионата России по футболу крылья Советов дома принимали лидера турнира – Краснодар. Южане перед этой встречей имели 9 побед подряд в играх чемпионата и ни одного поражения. На протяжении первого тайма самарцы на равных сражались с фаворитом. По-настоящему опасных моментов не было ни у хозяев, ни у гостей. Но перед перерывом Краснодар все же забил, а сразу после и удвоил преимущество. Волжане смогли лишь отыграть один мяч в самой концовке. 1-2 – поражение крыльев. Тольяттинский «Акрон» матч 13-го тура проводил на выезде в Каспийске против «Динамо» Махачкала. Первый тайм прошел без голов. Счет был открыт на 68-й минуте матча, а Галаров вывел хозяев вперед. Матч уже шел к победе «Динамо», но Хубулов на последних минутах вырвал ничью для волжан 1-1. В следующем туре состоится дерби Самарской области. «Акрон» и «Крылья Советов» сыграют друг против друга. Баскетболисты Самары провели выездной матч единой лиги в Перми против местной Пармы. Гости уверенно начали матч усилиями Ильи Попова, но постепенно хозяева перехватили инициативу. Затем самарцы выдали отличный отрезок, снова вышли вперед и до середины третьей четверти лидировали, после чего снова отдали преимущество. В концовке гостям пришлось догонять соперника, и за 27 секунд до конца сравнять удалось, но последнее слово осталось за Пармой. 89-92 – поражение Самары. Хоккеисты ЦСКА ВВС в регулярном чемпионате ВХЛ дома принимали СКА Неву из Санкт-Петербурга. Самарцы начали матч с быстрого гола, но уже к 8-й минуте питерцы отыгрались. Дальше равную игру нарушил еще один гол хозяев за минуту до перерыва. В конце второго периода летчики укрепили свое преимущество 2 голами и стали играть по счету. Гости больше атаковали и смогли дважды реализовать большинство, но сравнять счет не успели. 4-3 – победа ЦСКА ВВС. 3-я подряд в чемпионате. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Двор по улице Молодогвардейской, 216, новую осень встретил в благоустроенном облике благодаря неравнодушной позиции жителей и областному проекту содействия. Качели двух видов, карусель, многофункциональный комплекс для игр и занятий спортом, ограждение по периметру площадки, антитравматическое покрытие – все для приятного и безопасного досуга на свежем воздухе. Для пешеходов и автовладельцев дома также созданы комфортные условия. Во дворе обновили проезд, позаботившись о расширении пространства для парковки автомобилей. Установили скамейки, урны, сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Проекты благоустройства воплощаются в жизнь по инициативе горожан. Основным условием участия в конкурсе общественных проектов является софинансирование из 3 источников – физические и юридические лица, бюджет муниципального образования и областной бюджет. Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Самары приглашает принять участие в опросе создания электронной книги памяти, которую выпустят к 80-летию Великой Победы. Она посвящена участникам Великой Отечественной войны, жителям Куйбышева и Самары. Опрос проводится с целью информирования жителей города о создании книги памяти с возможностью прикоснуться к истории своей малой родины и поучаствовать в создании самой книги, придумать ее название. Опрос анонимный. Результаты видны организаторам лишь в форме обязательства. Без личных статистических данных. Для участия в опросе необходимо авторизоваться через госуслуги. Ссылка в телеграм-канале ведомства. Икону Божьей Матери «Умягчение злых сердец» привезут в Самару. Увидеть святыню можно будет в Покровском кафедральном соборе 3 ноября, в соборе Софии Премудрости Божией 4 ноября, в храме святых апостолов Петра и Павла 5 ноября и в храме святителя Николая в Новокуйбышевске 6 ноября, информирует телеграм-канал Железнодорожного района.
На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самара ГИС», в нашем телеграм-канале, на страничках в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи!